Всем привет, это СБ1813, или профсайм, продолжаем реакции. Короче, вот опять я решил еще одну реакцию сегодня записать, потому что предыдущая вышла реакция на Dead Stars, то вы ее, собственно, видели. Вот, а если не вышла, то в двух словах она меня очень сильно кринжанула, и я захотел посмотреть чего-то более родного, наверное, для себя и какого-то такого более... Ну, с того, в чем я уверен, что я не кринжанул, хотя эту группу я никогда не слышал, если что. Сейчас будет такая группа, как «Оптимист», и их трек «Геном». Или «Геном», кстати, не знаю. А фишка в том, что написали, что это еще один, кстати, клон «Crystal Lake». Вот мы смотрели «Seagate», где я очень хвалил их, говорю, что вот заменители «Crystal Lake». Хотя, опять же, как бы, я не говорю, что это прям точные заменители, что все, бросаете слушать «Crystal Lake», слушайте «Seagate». Нет, это просто пока «Crystal Lake» ничего не делают, вот «Seagate» есть, можно их послушать. И вот они мне очень понравились в этом плане. И оказывается, вот вроде как есть еще такая группа, называется «Оптимист». И вот сегодня мы посмотрим их клип вместе с треком «Геном», «Дженом», не знаю, «Дженом», наверное. Почему я сказал-то вначале, что более роднее для меня? Потому что когда я слушаю такие группы, я такой, блин, вот это мне реально нравится, от этого я кайфую. Потому что предыдущую реакцию я прям на иголках, если честно говоря, сидел. Особенно в плане реакции. Я, честно признаюсь, пытаюсь... Ну, вроде как я ни разу этого не делал в реакции, или если делал, то это было незаметно. Я пытаюсь не материться и уж совсем, ну, не поливать группу говном, но в случае в Dead Stars мне очень хотелось это сделать, потому что, ну, они мне прям очень сильно не понравились. Не знаю, нахрена я решил сделать на них реакцию. Вот, вот какая-то меня черт не туда повел. Вот, но все-таки я решил, что пусть, ладно. Такая будет одна негативная, как бы хрен бы с ней. Вот, а вот именно чтобы обалдеть, я думаю, вот от этой группы мы сейчас обалдеем, ну, надеюсь, потому что если они будут не очень, то я, конечно, буду очень грустным. Придется делать реакции на «Crimson Dallas», которую я, наверное, в любом случае сделал. Короче, «Оптимист», «Дженом». Посмотрим, будет ли это «Crystal Lake», или это на самом деле не будет «Crystal Lake», а просто так назвали, потому что японцы и не «Dorian Gray», ну, значит, «Crystal Lake». Вот, обычно, кстати, вот любят так тоже говорить, потому что каких-нибудь там «Pale Dusk» тоже «Crystal Lake»ами называют, хотя это вообще не похожие группы, если что. Ладно, го смотреть. Нифига себе. Ху-ху-ху! Вот! Наконец-то сегодня я послушаю хорошей музыки. Блин, у них тоже ударника нет. Задолбали. Вместо ударника стул. Да, пока офигенно, пока очень круто. Мощно прям. Ну, кстати говоря, еще один претендент на, опять же, не замену, но очень близкий к Рё, к вокалу. И вот он, кстати, в отличие от сигейтовского чувака, вот он прям хорошо перенял от Рё, как я понял.
Ну нормально, так даркого достаточно. Ну и еще такая внешность, как, не знаю, как маньяка какого-то, честно говоря, японского. Ну это прикольно, кстати. Хорош. Очень хорошо. Блин, да. Но я бы не сказал бы, чтобы это на Crystal Lake похоже. Наверное, вокалом больше. Так, это больше прям дедкорево такое. Интересно, ударки у них живые или нет? Там еще ниже. Так, ну что, вот мы посмотрели и послушали трек «Геном» или «Дженом» от группы «Оптимист». И вот это, да, конечно, вот после «Dead Stars» вот такое, это такое с удовольствием послушаю. Не, ну тут все как я люблю. В принципе, это такой дедкор, но не тупой дедкор какой-то, да, а именно кочевый, мощный японский дедкор, как у них, в принципе, такое бывает. А, блин, по типу группы, с которым этот... Господи, как его зовут-то? Дикскор, фитовали они с кем? Короче, забыл тоже. Ну, короче, там есть группы типа Crystal Lake, и у них тоже есть типа тяжелые треки, но они все-таки больше не металкорные. А есть в Японии вот именно дедкорные вот такие группы, прям какие-то прям мощные, с низами, причем что на гитарах, что на вокале. И вот такие вот они крутые. Мне нравится, что они прям мощные, прям именно душевные, то есть прям вся злость у них есть. То есть это, не знаете, не вот эти прилизанные американские группы, которые типа джи-джи-джи, типа мы тяжелые, потому что типа дырко. Нет, а вот они прям хреначат. То есть вот в Японии мне нравится вот опять же такой максимализм. То есть если делать тяжело, так делать это прям супер тяжело. Вот, и поэтому в этом плане, конечно, японцы молодцы. Короче, не, это не Crystal Lake. То есть Seagate больше Crystal Lake, намного больше Seagate Crystal Lake, чем они. Но в плане вокала, опять же, это было похоже на Рё. И, в принципе, по вайбу можно, наверное, отнести каким-то треком именно Crystal Lake. Ну, короче, фанатам Crystal Lake такое понравится, наверное. Но это именно потяжелее, чем Crystal Lake, как ни странно. Но круто, круто. Их я обязательно послушаю, мне понравились. Надо будет вспомнить, что за группа-то, господи. У Дикскор, короче, Earth From. Или как она называется? Трек очень крутой. Раз Макит или Макот был там на фите. Вот у них группа офигенная, тоже японский дедкор какой-то. Я забыл, как она называется. Но вот это тоже из этой серии. Короче, не, Оптимист круто. Теперь будем их слушать обязательно. Вообще, возможно, я их даже когда-то видел, просто не врубал. Помню, какое-то знакомое очень название. Ну да ладно. Все, наверное, спасибо всем, кто смотрит акцию. Если вам нравится, нравится, сами все знаете. Короче, в этом месяце постараюсь сделать несколько патчей по комментариям. Тогда
И когда в следующий раз буду выкладывать реакции, тоже не знаю. Надеюсь, не буду задерживаться. Потому что вся эта хрень с ногой меня очень сильно подводит. Но хотя бы вот такие вот вечера, где я могу сесть и несколько реакций сразу записать, есть. Так что вот так. Все, короче, я, наверное, пойду. И пока.